172 зрителя, 61 лайк. Всех привет. Всем привет, всем спасибо. Двигаемся дальше, боремся за самые высокие места. А, вот Александр Гельман на третьем, кстати. А чего вы там? Все-таки. Александр Гельман на все-таки третьем. Все-таки какой я молодец. Как мне. Да, я понимаю, что если нравится стрим, да. Если и вы Вова Чес. Болеете, то лайки, ну, подписки Вова на Чесом, очень конечно, счет 3,5, 2,5 в мою. Так, Базар Вокзал. Но Берсерк брать нельзя. Соперник тоже непростой. Солнце 4. А, и Солнце 4. А как, я как же важно выиграть вторую подряд. Я же центральный контргамбит хотел H5. Сыграть. Так, это и ферзь H5, это что-то интересное. Ладно, D6 сыграл. Такой перевесик в развитии небольшой образовался. Так, давай. И D3. Так, так. И слон E7 просто хочу. И слон G5 не страшно. Он же 5 тоже не то, чего. Явно не то, чего я боюсь. Конь d7 пока. Попытка. Да, ну позиция должна быть у меня вполне хорошая. h6. Брал. Слоном или конем? Вот еще вопрос. Да, девать ферзя. Слоном или конем? Куда еще? А давайте слоном, наверное. У меня идея g5 просто пойти. Так, и конь d2. g5. Теперь коня на f5 коня срочно. На f4. Мне кажется, конь там будет очень хорош. Причем вот это. Так, конь g6. Конь f4. И дальше план h5, h4. Так, вот правда тоже коня залез, грамотно ведет. Ладья d1, конь f5. И такая маневренная игра любопытная у нас получается в этой партии. Она h5. У меня там две ладьи потенциально. Да, 3-0 ца играем. Вот у меня вот тут вот где-то у меня две ладьи. Так. Так, g4. Так, есть h4 ход. Или слон ну, g5 пока. Очень хочет. Наверное, пока слон g5. Так, сюда. Может пойти в d5. Прям вот совсем. Взять на перебой, там на f5 зависает. Конечно. Или вилка на e2. Для d5 ну, есть тактика. Куда? Если взять ладью, то без ферзя. Но без ферзя. Ха-ха-ха, я ферзя зевну. Вот вы я баран, а? Так, блин, забоевело внезапно. После зевка ферзя. D8 может просто поменяться, кстати. А там это. Там взять и ладья D6 неприятно. После зевка ферзя внезапно забоевело. Так, сюда. Кольца 7. Что ж не так? Вот как можно так играть в дальше шахмат? Уже ладья D8. Все равно. Что ж такое-то? Какое-то недоразумение. А, ладно. Так. Ну, правда, давлю. Давлю без ферзя. Блин, ну, если я-то не выиграю, то это, конечно, не все. Дема, я. Это он, по-моему, подзевнул. Приветствую весь добропорядочный люд. Да, всем это привет. Он подзевнул. Так, а я что-то бездарно. И забоевело в другую сторону. Абсолютно выигранной позиции. Потому что пешечную у меня выиграл. Жигинь. Пешка а так шах. Пешка не хочет. Нет, тоже позиция явно с перевесом. 8. А не у кого-то там. И... Да, ну позиция все равно должна быть выигранная, но что-то я себе, так, конечно, придумал. 5 и 6 я хотел пойти, но как-то... Как обычно. Ну, немножко страшно. Умею, как я могу. B5, ферзь, B3. Тоже приседаю, быстро играет. Блин, как же укрепиться. Николай, который занял второе место в прошлом, в прошлом таком турнире, если вы помните. Укрепиться никак. Пешку А2 нельзя было. Да, надо мне пытаться побеждать. Так, у меня 2 минуты. Да, но сейчас одна из пешек упадет. Желательно, наверное, B4 съесть. Это много. E4 тоже неплохо. Да, и дальше у меня появится проходная. Дальше должна я побеждать. Вроде без больших проблем, надеюсь. Так, сюда. Может быть, на F7 или на H2. Так, где-нибудь. Или ладья D5. H6 просто сыграть. H6 пойду. На шах, как бы, король А7, и потом ферзь Б1, ферзь Б4 съемся. Шах. Пешки. Нет, тут король С7, наверное, лучше. Взял Е5, ладья Д7, да. Шах. Где еще? Ну, что я делать начинаю, а, опять? Или ладья Д5. Или ладья Д7, шах. Я понимаю. Сначала ладья Д7, шах. Потом. Да, если я это не выиграю, беру то это все. Семь. Ну да. Не знаю даже, что надо. Так, ладно, сел сюда пока. И лезу c6. Так. Лезу c6. Страшно. Сел.
Разбить Же у него на фигура-то один. подвисает. Че, неужели ничего не теряется? Сюда на e4 можешь забрать. Так, да. И так, то так, Куда так, делать так. коня? Переход в пешник там выигранный для меня. За счет пешки А. Так что нормально. Все нормально. А, что я дубль кстати? 7 карт 8 тоже на c6 держу. Блин, не нравится мне все. Так, ферзь d5 тут надо под вилки, конечно, еще не подставиться. Дурацкий ход, ладья f6. Я пока так пойду. Совсем. Так, конь. Куда конь? Теперь некуда. Теперь некуда. Ну, моя идея простая. Пешку А мне надо продвинуть ферзи. И партия закончится. Да, и отдавать его. Но белые, понятно, будут сопротивляться. 5. Так, сюда. Тут, я думаю, ферзь... Наверное, d3 можно. Или ферзь e2 лучше. На да, 6 чтобы здесь не дает. f2, точнее, защищать на 6 и f2 под контролем держать. Но дает и хочу ферзь b5 сыграть. Сюда. Ладья f5, если нет, пока сюда. Минута. Так, если ферзь b2 пойду, то что? Так, теперь шах. Ай. Король. 6 давай. И поменять 5. Так. Как-то все не ферзь b5. Как-то все не Кстати, туда. почти поймал эту лошадь несчастную. Почти поймал. Шах. Король e6. Шах. d8. Да что ж такое-то? Ладно, король. Блин, главное, вилку не зевнуть какую-нибудь дурацкую. О, только не зевни дурацкую вилку, прошу тебя. Так. Опять. Давай сюда. Блин, опасно стоим. Опасно. Ну, вроде нормально все. Вроде нормально. Так, король e7. И должно потихоньку проходить все. h4 хочу. Да, лошадь вроде никуда уже не прыгает. Что творит? Сюда вперед. Что творил? Сюда вперед. Сюда. Давай так пока. Так пока. Блин. Главное не зевнуть какой-нибудь вилки дурацкой. 39. Да, пошел. Так. Так. Ладно. Это должен быть выигранная шпиль. В любом случае. Полкоролем. Мне кажется, пешки белых могут даже где-то им скорее плохую службу сослужить на самом деле. Так. Ферзь e1 мат грозит. Три, видимо, надо ходить. Опа! Блин! Фу! Блин, опять есть столько победа, времени есть потратил сложная зря. Партия была. Сложная 12 партия получилась, место, но все-таки удалось укатать. И снова и важная победа, все учитывая, что я продолжаю 12, держать серию. 12 очков, 12 место. Фу, хорошо. Так, мое место не пока. Идет, не идет. И движемся дальше. Чувствую какой-нибудь немец. Веселая партия получилась. Володь, не стесняйся. Ну, сейчас мы с этим справимся. Победе. Да. Сейчас да, надо, ну, блин. Наконец-то надо, вот, прошел первый час, ничего не получилось. Мне вообще кажется, надо бы и порадоваться. Ну, чудом соскочил с шахом на ничью. Ну, пожалуйста. Ой, пожалуйста, без Клементия, а. Чудом соскочил на ничью. Это а все остальное да, прям очень...